А Находкинскому морскому торговому порту исполнилось 70 лет. В свое время это предприятие определило развитие Находки. Именно благодаря ему небольшой поселок превратился в один из ведущих городов Дальнего Востока. Как отмечают свой юбилей портовики, об этом Всеволод Крапивин. Юбилей предприятия Андрей Мельников встречает на рабочем месте. Стропит металл, который грузится на судно. За день через его руки проходят сотни тонн груза, которые отправляются из Находки в Азию, Европу, Америку и даже Африку. Андрей гордится своей работой. Чувствуешь, да, себя причастным. То, что те грузы, которые ты буквально вчера выгружал, позавчера выгружал из вагона, вчера грузил на пароход, завтра из этих грузов там будут строить там в каком-нибудь Пакистане там, или в Гонконге какой-нибудь небоскреб. Находкинскому морскому торговому порту исполнилось 70 лет. Именно здесь запустили первый в Советском Союзе контейнерный терминал, организовали первую судоходную линию с Японией и впервые внедрили сменный график работы докеров. Сейчас порту тоже есть чем гордиться. Он на передовых позициях по перевалке грузов в Приморье. На протяжении последних 5 лет порт уверенно наращивает обороты и объемы грузоперевалки. Мы в 2016 году поставили очередной рекорд, перевалив более 10 миллионов тонн грузов для наших клиентов. С ростом грузооборота растет и экологическая ответственность портовиков. НМТП – первый на Дальнем Востоке стивидор, который установил в зоне перевалки угля ветропылезащитные экраны. Они гасят ветер и надежно защищают штабеля от пыления. Но главным достоянием порта всегда были люди. Сейчас на предприятии трудится почти 1500 человек. Они получают достойную зарплату, выше средней по городу. Порт предоставляет работникам путевки в санатории, их детям – в детские лагеря. Здесь порт – это не просто предприятие, это то место, рядом с которым вырос целый город. Выросло не одно поколение людей, которые гордятся в том числе тем местом, где они живут. И порт является не только визитной карточкой города, но и неким символом достойной, успешной жизни в этом городе. В честь юбилея лучших портовиков наградили почетными грамотами от губернатора Приморского края, администрации Находки и руководства порта. Среди награжденных было много тех, кто отдал предприятию десятки лет трудовой жизни. Всеволод Крапивин, Игорь Белый, «Панорама».